Перед началом церемонии награждения заместитель главного врача подольского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области Владимир Касьянов рассказал о работе специалистов и главных задачах службы. Всегда говорили, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Вот. И, естественно, конечно, вот мы занимались вот этими вопросами профилактическими. Преднадзоры были у нас, когда прежде чем что-то строилось, значит, с нами согласовывались по обеспечению питьевой водой, что ни один объект в свое время не сдавался из жилых домов, когда мы не убеждались, что там обеспечено доброкачественной питьевой водой. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин за высокий профессионализм и добросовестный труд вручил сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма. В зоне вашей ответственности – это решение вопросов безопасного водоснабжения, профилактика и борьбы с инфекционными заболеваниями, организация прививочной работы и многие-многие другие жизненно важные вопросы. Значение вашей деятельности невозможно переоценить, потому что во главе угла всегда стоит охрана здоровья людей. Присоединился к поздравлениям и заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников. 150 лет – это не один день. И опыт колоссальный вы за это время приобрели, и цели, задачи, поставленные перед вами, решили. Среди награжденных биолог Валентина Тиханович. Более 35 лет занимается санитарно-бактериологическими исследованиями пищевых продуктов, воды, воздуха. Проводит детальный анализ различного биологического материала. Очень благодарна за эту награду. Она очень ценна для меня. И хочу сказать еще, что чтобы наши достижения были востребованы и приносили пользу. В настоящее время в подразделениях филиала, расположенных в нескольких округах, трудятся 150 специалистов и заботятся об охране здоровья более миллиона человек. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.